шкатулки, туиса, вот лебедь в стиле городецкой росписи расписанный. В принципе, что мы используем в обиходе, досками мы все пользуемся, дети, взрослые пользуются досками, сахарницами. Руководитель наших коллективов предложили гостям выставки принять участие в мастер-классе, попробовать, что это такое, с чем это едят. Я уже не первый год посещаю данное мероприятие, и мне очень приятно видеть, какими интересными вещами вы для себя занимаетесь, какие вы делаете изделия, что вы не забываете вот эту нашу русскую культуру. Когда мы работали в режиме офлайн по данному проекту, конечно, люди могли собираться и не только заниматься творчеством и декоративно-прикладным искусством, либо изготовлением каких-либо интересных вещей, люди могли общаться. После того, как мы перешли из офлайна в режим онлайн, эти проекты у нас стали доступны для всех.